что, ребят, добро пожаловать в музей. Машины есть, покупателей нет. Рынок стоит, так что можно смело приходить, у кого есть возможность, и скидывать цену. Потому что машины стоят. Как вы видите, народу вообще нет. Рекомендую вам все хорошо проверить, потому что в этом же салоне я нашел машину, которой масло капало с поддона. Навряд ли кто-то из вас хочет купить машину, у которой течет масло. Так, кто же тут появились? Дать не зашли кому-то. Все так уж удивительные. Так, что-то это уберут. Здесь у нас Тачуэл, который он Ford Mustang стоит. Интересные такие. Toyota. Эти даже шины не могут продать. Зеленого цвета. Бентли кому надо. Роскошь. Пульман, Версик, дюха цвет какой прикольный. Майбах, точнее. Машины в разнобой стоят. Ну да, их тут постоянно собирать не получится. Одну кучу. Кстати, не верьте этим вывескам, проверено. Ничего не проверено. Все, лапша на уши. Как только машину возьмете, потом не отделайтесь от нее. То, что и на бумажке пишут, это маловероятно, что он какой-то ремонт будет делать. А так машинки ездят на второй этаж. Вот он. Это стало игрушки. Ох, какой цвет аж красивый. Аудихи. А это что у нас? Lexus. Уж не Lexus, а обжора, я бы сказал.